Доме правительства Московской области прошло очередное вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека». На этот раз свидетельство на льготное приобретение жилья получили 18 тренеров. В их число вошли два преподавателя из Одинцовского городского округа. Андрей Ашмарин, тренер по бадминтону, и Алексей Болотников, тренер по настольному теннису. Оба не первый год успешно работают в спортивной школе Одинцова.